Игра, это команда. Команда Клубича против команды Лохотрона. Ну, это легендарный Diabolical нашего драфт-турнира. Наблюдаем сейчас за Инзом. Ловит. Как он выносит сейчас Релла. И Клубича заодно. Изи, изи для Инза. Минус 2. Поэтому дожимает Черу, но это просто вынос тела, что происходит. Вот это начало. Очень жестко начинает команда. Команда Лохотрона. Так, по составщикам пробежимся. Лохотрон, Инц, Оман, СП. Против Релла, Клубича и Черы. Ну, такая молодежь против олдскула, скажем так. Чера отстреливается. Интересное решение от Черы, но Лохотрон с Рейлгана практически не мажет в последнее время, поэтому... Наблюдаем сейчас за Оманом. Посмотрим, что Оман может показать... В Diabolical пока что просто стоит на топе. Хороший хил на Лохотрона. Ну, какой пуш сейчас на вот этого парня. Зажали вот этого парня. Отшавчивался как мог Клубич. Но без шансов, когда Оман с Лохотроном тебя атакуют вместе. И у нас сейчас ситуация интересная. Один против двух оказался. Нет, 2-2, 2 в 2, нет, 3 в 2 уже. 27 секунд, вот сейчас хороший момент на самом деле для красных, чтобы убить. 22 секунды, они, я думаю, видят это сейчас. Кого нету? Непонятно. Хат пока что не допилен, поэтому... Две минуты позади. У нас будут игры по Wipeout и по Макгаффину. Рел убивает Лохотрона. Переворот матча от Чера и его банды. Точнее, от клуба его банды. Минус 2. И сейчас один одиночник Инца. Ему нужно продержаться 8 секунд. Он убивает клуба неплохо. Неплохо. Ой-ой-ой. Вот это клатч момент. И минус Чера. Минус 2. Минус 2 от Инза. Очень важные фраги. Потому что, обратите внимание, по таймингам. По таймингам сейчас 45 и 28 секунд. Да Инз просто клатчит этот момент. Или что, он хочет один выиграть всю карту? Все, у нас всего лишь Релл. Реллу нужно отбиваться. Еще 16 секунд держаться Реллу. Смотрите, втроем за Релла побежали. Релл в шоке просто. Он не понимает, что делать. Играет от телепорта. Нет, уходит вниз. Ой-ой-ой-ой, это просто кошмар для Релла. Атака. Хорошая ракета от Релла убивает Лохотрона. Но здесь просто задушили. Задушили. Но успевает зарезаться. Чера. Вот это Релл отыграл. Вот это момент от Релла, на самом деле, неожиданно. Неожиданно Релл выдержал. И это сейчас может перевернуть ход игры, потому что возвращается Клубич. Клуб тоже вернулся. Чера с клубом. Давние кореша, тиммейты. Молодая гвардия Quake Live. Люди, которые намерены выиграть все в Diabolical. Они сейчас вдвоем против двух игроков красной команды. Это у нас, скорее всего, Инц и Оман, я так понимаю. Ну, у нас ожесточенная борьба, на самом деле, с первой же катки. Спасибо за Рэй Трулзи. Обратите внимание, что, ну, битва реально жесткая сразу. 33 секунды держаться красным. Голубые, либо синие, кому как удобно. Ой-ой-ой-ой, размен по фрагам. И что, Лохотрон один. И у него 23 секунды против двух он должен держаться. Но тут накинулись на него. Синие ребята играют от телепорта. Лохотрон уже выучил карту... Фернанс, или как она там называется. 147 хп, не самый лучший руки-джамп. Некоторые руки-джампы от кулера. 184 хп. Ну, в принципе, держится. 4 секунды, сейчас у него будет камбэк. А дальше 2 в 2 и 30 секунд ждать голубым игрока. Ну все, отлично отыграл Лохотрон это. И 6 секунд они ждут, а потом, я думаю, будут атаковать. Потому что нету хп вообще. У Клубича 6 хп. Смотрим за Инзом, он фуловый. 200 на 100. Ой-ой-ой, по стенкам бьется Инс сейчас. Лохотрон устремился за Клубичем. 6 хп, 6 хп у клуба. Ребята, только клуб остался. 6 хп, 9, 8 секунд ему держаться. Уходит в телепорт. Клуб, 6 хп, 1. И первый раунд за красными. Фантастика, вот это Diabolical. Это серьезный уровень вайпаута у нас уже сразу с первой же катушки. Ну, сейчас модно так говорить. Простите мне, пожалуйста, мой французский, так говорится. Значит, Оман. Это легенда QLPickup.ru. По рейтингу лишь
Фортун опережает его в последнее время. И то благодаря тому, что Омен ушел в небольшой инактив. Как видите, уже тренируется в Diabolical. Держит он топ. Рел убивает Инза. Элдер, Элдер, а что здесь такое? Элдер, нам, скорее всего, нужна замена, если у тебя установленный Diabolical. Лохотрон! А.К.А. Luxtron. Luxury Tron. Или просто Tron. 3 в 3 сейчас. 3 в 3 ситуация. Хилинг, тотал хилинг на хайграунде. Ой, у Лохотрона проблемки. Хайграунд. Нет, держит, смотрите, клуб забирает Омена. 17 секунд держаться красным вдвоем. Но мало хп у кого-то там. Аватары пока люди не меняют, поэтому трудно. Ой-ой-ой-ой-ой, Рел убивает Инза. И это говорит о чем? О том, что Лохотрону 7 секунд продержаться одному. Заходить в эпику, устанавливать Diabolical, общаться с Трулзи. Exclamation mark Diabolical. Восклицательный знак. Элдер! Мы прозевали раунд. Раунд забирают голубые. Поэтому просто Discord. Значит, 1-1. У нас ожесточенная борьба. Прими, пожалуйста, в эпике. Обязательно. Денежный перевод, что ли? Так, 1-1. Ну, в начале фраги не так важны, ребята. Кто впервые столкнулся с вайпаутом, это один из самых интересных, по моему скромному мнению. И не только моему, кстати. И даже иногда нескромному мнению других игроков Diabolical. Один из самых интересных, увлекательных модов. Это такая клан-арена с элементом респаунов. Вот. Ой-ой-ой, голубые выносят, просто выносят красных 2-1. Ничего себе. Что по дэмэджу? Инс пока дэмэдж лидер. Ну вот, значит, в вайпауте первые фраги, они не так важны, как уже фраги последующие, потому что первые респауны, они очень быстрые. А дальше уже все тяжелее и тяжелее. Чера держит топ. Шафтит хорошо, но Лохотрон забирает Релла. Есть первый фраг. Ой-ой-ой, какая атака от красных на топ. 6 хп у Черы. Минус Чера. Смотрим сейчас за Оманом. Ой-ой-ой, Рел минус 2. Хорошие, хорошие фраги от Релла. Но не успевает, не успевает дожать третьего. И опять 3 в 3 ситуация. Какой пуш, какой пуш, кто это? Это Оман. Лохотрон удерживает любимую любимую позицию где-то на топе с Реллганом. Хороший, хороший фраг на клубе. И сейчас какая у нас ситуация? Смотрите, у голубых 7 секунд один человек. Ребята принимают решение красные атаковать. Я думаю, что Лохотрон сейчас командует. Он дает метку на соперника. Кто это? Это Чера. Чера удерживает один. Ой-ой-ой, Чера дрался, дрался. Но успел по таймингам. Успел кто-то зареспауниться, ребята. Кто зареспался? Рел. И сейчас ситуация может перевернуться в пользу голубых. Один всего лишь красный игрок. И сейчас будет... Он будет даже 3 в 1 одну секунду. Кто это? Это Оман. Оман ASP, Saint Petersburg. Намекает на то, что Оман большой фанат своего родного города Санкт-Петербурга. 13 хп Омана, не знаю, сможет ли он спастись. Нет, не уходит, но был респаун Инза и был респаун Лохотрона. Лохотрон с Инзом сейчас 13 секунд должны продержаться вдвоем. Уже 10. Да, вы можете наблюдать за таймингами респаунов под никнеймами каждый раз. 2-1 у нас счет. И 30 секунд вдвоем будут сейчас Инс. Инс и Оман. Ждут они Лохотрона. Клубы должны атаковать. И 3-1, ребята, очень уверенно. Рел, Клубич и Чера. Очень уверенно пока что. Обратите внимание на дамаги. У всех дамаги... Ну, никто не выпадает. Надо обратить внимание, что все игроки показывают достойные, достойные Diabolical. Опять файт на топе. Напоминает это, конечно, топ DM6. Рел очень агрессивно отыграл, Чера забирает Омана. Ну, первые фраги, да, не успевает. В самом начале нужно либо быстро всех убить. Ну, стратегии будут разные, конечно, в вайпауте. Будут разные стратегии. Я думаю, что будут и какие-то игры, где будет вообще не будет файтов в самом начале. Не знаю, будем смотреть, конечно. Это только начало, начало новой эры. Diabolical. Diabolical. Клубич на ваших экранах. Легенда, легенда отечественного квейка. Также один из самых главных мыслителей Квейка. Все наверняка подписаны на его твиттер. Тем временем Чера, хороший шафт. Очень хороший шафт от Черы. Вот
Чем хорош сейчас Чира в Diabotical, конечно же, это aim. Ой-ой-ой, не успевает. И смотрите, облом, облом с телепортом. 7 секунд, красный вдвоем. Клубич убивает Лохотрона. Да, есть элементы хилинга, там всякие другие виблы. 3 в 3, нет, 3 секунды. Оман убивает клуба, это 18 секунд. Все, проблема, Чера один. Он понимает, что нужно убегать. И 3-2, какая борьба. Первая же карта. Первая же карта у нас топовый Diabotical. 3-2, ребята. Просто фраг-фраг. Посмотрите на дэмэджи. Дэмэджи у всех 4К практически. Просто одинаковые, очень равные команды попались. 3-2. Хороший заход от Омана в спину. Рокет-джампы пошли. Лохотрон убивает клубича. Отличные рокеты от Омана. Какой агрессивный джамп от этого колобка. Кто это? Это был ДМТВ Чера. Ничего удивительного. Этот игрок славится своим плюс-форвардом. 3-2. У красных проблемы. Нет, успевает зареспиться. Рел не успел сделать фраг. Хороший машинган. Нет, шутка. Просто машинган. Просто красивый машинган. Скин. Красивый скин машингана. Скажем так. 3-2. Счет идет до 4 раундов, ребята. Поэтому сейчас голубыми, если голубые берут, то красные проигрывают первую карту. У нас и МакГаффин, и Вайпаут. Два самых сейчас популярных мода в Diabotical. Начинаем с Вайпаута, ну, сами понимаете. Да, смотрите, затормозили. Сейчас голубые, они понимают, как важен сейчас каждый фраг. Урел занимает топ. Ой-ой-ой, тут клубич забирает Инза. Позиция Инза была не самая выгодная. Что это за рокет-джамп? Непонятно. Что это за мув от Омана? И победа за голубыми. Так, считаем по дэмэджу. Смотрите, по дэмэджу, ну, очень все ровненько. Четыре-два побеждает команда клуба. Но битва была достойная, конечно. Refinery. Refinery, это вторая карта. А какой канал Дискорда? Элдерони. Так, что там у нас в чатике? Что-нибудь мы пропустили? Не знаю. Все, отлично. Элдер заменит Сапега. Непонятно, что-то пишет Оман в чат. Пытается отвлечь соперников. Смотрим мы за Релом. Хороший какой, смотрите, место нашел Рел на карте. Ой-ой-ой, вот этот пуш непонятно. Сейчас они все переключились на него, но Инс умирает. 24 хп всего у Рела. Переключаемся на Омана. Ой-ой-ой, здесь виблы пошли. Хорошая серия фрагов. И что у нас? 15 секунд. Красные вдвоем. Голубых трое. И все. 1-0. Победа в первом раунде достается команде клуба. Пока что лучше у них получается. Хотя по именам, конечно, ничем не уступает команда красных команде голубых. Элдер, ну даже Дискорд, ссылка даже в названии стрима. Ну что ж такое? Так, Оман убивает клуба. Ой-ой-ой, как много дыма.
Интересный мув от Инза, но в результате этот мув может стоить команде победы в этом раунде. Потому что Инз полностью сейчас был вне игры. Находит он в спину зато Релла. Релл не ожидал Инза здесь увидеть. 15 секунд вдвоем красные. Сейчас нужно голубым атаковать. Ага. Вот ситуация. 1-2. И пуш! Что за пуш? Непонятно, кто это принял такое решение. Это Релл. Наглость. И смотрите, какой клатч от Релла. Он принимает важное решение атаковать двух соперников. Видимо, была информация по ХП. И в итоге 2-0. 2-0 в пользу команды клуба. Будем наблюдать. Мы сейчас за Реллом. Ой-ой-ой, Релл не прочитал сейчас этот. Ой-ой-ой, 73 хп, 36. Все, минус Релл. Очень жестко его сейчас тут зажимает со всех сторон. Переключаемся на Омана. Использует он Rocket Jump. Заходит. Очень важно, конечно, в вайп-ауте заходить в спину. Применять дымы. Такой элемент Counter-Strike. Очень жестко раздает Релл на второй карте. Обратите внимание, 1500 дэмэджа у него. Хотя Лохотрон рядом, 1480. 3 в 3 сейчас будут команды. Но у красных преимущество по стакам. Да, конечно, можно всегда отхилиться, но... Ага. Ну что, убивают этого парня? Нет, успел. Чера, 10 секунд должен продержаться Чера, 1 в 3. Вот эти самые любимые клатч-моменты. Пока по раундам голубые имеют преимущество. До 4 идет счет. Чера просел по дэмэджу. Минус Релл. 35 секунд вдвоем. 35 секунд вдвоем голубые. Но нет, тут красного тоже убили. О, Лохотрон 1, 28 хп, 1 в 2. Сможет ли отбегать? Вот в чем вопрос. Ага. Предпочитает спрятаться в кустерах. Интересный момент мы сейчас наблюдаем на стриме. Вот такая вот тактика. И смотрите, да, вот уже есть еще один тиммейт. Все, 3 в 2, 9 секунд. Отлично, Лохотрон отыгрывает. Знает он уже карту. Ой-ой-ой, Чера подгадал здесь. Хороший тайминг поймал. Атака от Инза. 2 в 3 красные. Долго будут еще 12 секунд. Предпочитает хилиться сейчас Инз. Понимает, что ситуация напряженная. Все-таки 3-0 это уже будет практически разгром. Инс убивает клуба. Смотрим мы сейчас за Лохотроном. 3 в 2, но по ХП проблема сейчас ситуация. Как поймал сейчас на стрейфе соперник Лохотрона, прошу прощения. 24 секунды вдвоем голубые. И вы знаете, ХП это не так много голубых. Чера с Реллом пытаются... Пытаются сейчас подождать, чтобы клуб вернулся. И забирают Черу. Все. Все, ребята. Релл 1. 114 хп. 1 в 3. Я не думаю, что он сможет все, вдвоем уже. Прошу прощения. Вдвоем. Сейчас уже попроще Реллу, конечно. Какая атака. Интересно, кто это? Кто это такой хитрый тут? Ой-ой-ой, какой отвлекающий маневр. 13 хп. Инс убивает Релла. 16 секунд, клуб 1. 1 в 3. Очень опасно сейчас все для клуба. Но смотрите, как быстро он передвигается. Клуб известный CTF-атакер. Но это его не спасло. И 2-1. Борьба будет и на второй карте, ребята. Борьба будет за каждый раунд сегодня. Очень равные команды получились. Обратите внимание, что в каждой команде есть 4 игрока, представляющие Российскую Федерацию, и 2 игрока, представляющие неизвестность. Чера забирает Омана. Мы смотрим за Лохотроном.
Ой-ой-ой, какая, какое комбо от Инза. Камбо-килл, как бы сказала бы в Quake Champions. Или где там, в Quake Live, я уже не помню. Так, 17 секунд голубым надо продержаться. Нет, уже 2-2, уже красный надо держаться. Видите, как все быстро происходит в вайпауте. Казалось бы, красные сейчас должны были дожимать, и вот... Ой-ой-ой, лохотрону досталось здесь. Инс держится. Сейчас будет 3 в 3, сейчас будет. Еще чуть-чуть нужно подождать. Переключается на... Странно, что Инс не стал рейлить или шафтить на данной дистанции, переключился на рокет. Ну, возможно, Инзу виднее. Серия руки джампов. Хорошая атака на голубых. Инс, смотрите, что творит. Убивает Черу. И... Один у нас Рел. Но Рел силен, конечно. Но здесь плазмоган. Если бы это... Рел минус 2. Что творит Рел? Минус 2 дает. 11 секунд. Красный. Еще и хилится. Отличный очередной момент от Рела. И 2 в 2 в 1. 2 в 1. Ну, сейчас будет 2 в 2 опять. Но хороший момент от Рела. Смог он отбиться от двух соперников. ДМТВ Чера фуловый. Лохотрон тоже фуловый. Рел. Прошу прощения, Инс не фуловый. Два в три сейчас. У красных проблемы. Сейчас будет 3 в 3. Инс убивает Чера. Тут война в дыму. И сейчас голубым нужно просто стоять, стоять на топе. 11 хп Рел, что происходит? Надо отхилиться. Клубич и Рел. Против трех соперников, 12 секунд они ждут. Подреливает Рел соперника. К сожалению, пока что не видно. А Клубича забрали, Рел один. 4 секунды ему держаться. Неудачный руки джамп. И убивают. 2-2. Равный счет, ребята. 2-2. Ничего себе. Первую карту забрали, забрала команда Клубича. Но Лохотрон тут бьется до последнего. Вместе с Оманом и Инзом. Инз минус 2. Отличное начало для красных. Опять будет 3 в 3. Будем за лохотроном. Нету саунда, когда прыгает лохотрон на джампаде. Интересно, это он уже познал дзен или это так задумано игрой? Устроили здесь полный хилинг лохотрона и его сотоварищи. Ой-ой-ой, вот это кто такой? Кто здесь врывается? Ничего себе, агрессия какая. Это Клубич. Минус Клубич. Размен хороший от клуба, по идее. 35 секунд голубые вдвоем. И 14 красные. Но Рел Инза забирает. Очень плохая ситуация для красных сейчас. Кто это остался? Оман остался один. Вот он такое место залез. Интересное. Интересное решение от Омана. Ой-ой-ой, кто? Ох, вот это тимплей, ребята. Ракеты скидывают Омана. 4 секунды ему держаться. Добьют, не добьют. Умирает Оман. Один хп. Реально. Один хп. У Омана лохотрон убивает Рела. Вот это борьба. И всего лишь один голубой парень. Нет, возвращается еще кто-то. Оман каким-то чудом выжил. У нас 2-2, ребята. Красные втроем. Голубые сейчас будут втроем тоже. Полный клубич здесь происходит. У кого так мало хп? 16 хп Омна. Клубич убивает лохотрон. Все, минута без клуба. Рел минус 2. Рел просто зажигает сегодня у нас. Инс убивает Черу. И что, Рел против Инза. 8 секунд Инзу надо. Да, Инс принимает решение
просто подождать. Я думаю, что сейчас был данку. О! Ой-ой-ой-ой-ой, Семен Фарада, что происходит? Поймал сейчас. Какие ракеты от Инза? Рел проиграл эту борьбу Инзу вчистую. Чер убивает Инза. И сейчас у нас Чера против Омана. 8-7 секунд до респауна тиммейта. Оману нужно тянуть время. Оману реально сейчас нужно тянуть время. Он почему-то принимает решение воевать. Начинает атаку. Ну, в принципе, по таймингу уже нормально. У Омана 6 хп. Чера полностью аннигилирует Омана. Теперь Лохотрон против Черы. Ну, Лохотрон нанизывает Черу на шафт. Но какой шафт? Какой перешафт от Черы? Ребята, какой перешафт от Черы? Лохотрон не имел ни единого шанса в этом файте. 3-2. Чера приносит такой важный раунд в копилку команды клубища. Полностью перешавчивая Лохотрона. Я даже не знаю, как это, ну, судя по ХП. Хотя нет, ХП у них вроде были равны, но вы видели все сами на своих экранах. Чера перешавчивает Лохотрона. 3-2. Вот такой вот у нас сейчас ситуация. Напомню, что красные проиграли первую карту. Это не очень хорошо для финального турнирного расклада, для команды, команды, прошу прощения, Лохотрона. Бьется, бьется Инс здесь. Так, 3 в 3. 3 в 3. По ХП сейчас преимущество у голубых. У них и по счету преимущество. Ну, какая концовка, конечно, была 5-го раунда. Омана в 2 шафта забирают. Инс 1. Ох! Вот такое дело. Команда. Команда клубича уверенно побеждает 2 раза по 4-2. Судя по всему, первая карта. Слушай, а меняться будут команды или как? Да, сейчас будем. Вот сейчас? Да. Так. Да? Я не слышал. Да-да-да, Рэл. Окей. А первая карта вы 4-2 выиграли? Кто помнит? Алло. Да. Первую карту вы 4-2 выиграли? Или... Понятно, короче. Говоря, не помню. Не помню, надо смотреть. Выиграли, да. А первая карта, какой счет был, вы помните? Тоже 4-2 был? А? Первая карта тоже 4-2 был? Я не помню. Не смотрел. Сейчас. Так, ну не начинайте пока, сейчас трус тогда будет. Четыре два, ага, понял. Так. А где, где Элдер-то? Где Элдер? Вот заходит, заходит. А вот Артур, я не знаю, где он. А вот Артур тут. В сети появился. Пусть Элдер меня добавит. Элдер скин сказал, куда заходить, сейчас зайдет. Сейчас. PC. Так. Я тут лимит. Какой лимит? А, это-то понятно. Ну, зайди в любой войск, я тебе перетащу. Давай, Рэл. Ну, ой, Рэл. Эл, давай. Ты же знаешь все эти... Д... Да. А, одну карту сыграли или все сыграли? Два. Сейчас пока выиграл две карты клуб. Сейчас я запишу это пока. Блин, мне просто на 5 минут нужно отлучиться. Я не знаю... Есть, да, возможность подождать? Я думаю, что ничего страшного, 5 минут подождут тебя. Хорошо. Все, хорошо. Клуб. Сила патрона. Так, первая какая... Какая там карта была сейчас?
4-2. Рефинери. 4-2. Теперь клуб DC Trus. А вот и Элдер. А вот и виновник торжества. Ну ладно, уж прям виновник торжества. Так, добавь, пожалуйста, в Epic Games. Deathmatch TV просто. Так, матчес. Значит, клуб Лохотрон. Гейм. Угу. Гейм 1. Карта была. А как ее... А, добавлять надо сейчас. Получается, settings. Вот. For... Очень плохо тебя слышно. Очень. Yeah. Тихо, точнее. Deathmatch TV у тебя? Deathmatch TV просто, да? Furnace. Add furnace. Потом идет refinery. Refinery. Ага. Сейчас я тебе инвайт кину. А что, давно вообще вся тема-то идет? Что-то такое? Я захожу, раз тут все так круто уже. Не, просто Сапега решил не играть, потому что он не любит клан-арену. В последний момент он почему-то это так решил. А вот, значит, и ты просто заменяешь Сапега, получается. Не, ну я понял, да, естественно, вы меня никогда не позвали. Да, и вообще-то я писал, по-моему, даже тебе, нет? Нет. Ну ты, значит, ты Invisible в Дискорде, правильно я понимаю? А, все понятно, потому что я по Дискорду всех зову. Well, Well Spring. Буду заходить чаще. Какой мы брали кристалл? Well, Well Spring. Подожди, Well Spring. Well Spring. Ага, и... Еще у нас получается... Макгаффин. Сункин. Ты готов? Сейчас Артур подойдет, и вы начинаете. Заходи пока в игру. Ну, ты получил инвайт? Должен был получить. Марина. Все отлично. Так, матчес. Клуб. 4-2. Карта. Фернанс. И клуб Рефинери. 4-2. Оп. Апдейт плюс бэк. Так. Это у тебя с глазиками аватар? У меня с глазиками, да, аватар, да. Угу. Принять. Марина? Марина — это карта. Так, Элдер. Данчес, а ты где? Здесь. Ну, а что ты не в лобби? А ты меня не принял даже в эпике еще. Ну как это не принял? Принял. Вот, Данчес зов. Перейдите в углу, значит, мне надо. Сейчас, Данчес... видимо, перейти надо. Давай. Я зашел. Артур, заходи. Захожу.
Так, вы тогда с Магафина сейчас начинаете. Магафина начинаем? Да. Вторая линия. Ну, хотите вайпаут? Это просто будет преимущество команде клуба, которая уже вайпаут сейчас отыграла. Он отошел? Так, по кому заходить? Я просто что-то пригласил. По мне можно зайти. А братик? Левее. У меня есть доступных пригласить лобби и пригласить группу. То есть ты не как будто не... Тогда к Юре заходи. По нему Юр... можно. У Юры то же самое. А я по нему зашел. Не понял. Что у тебя не так, Артур? Ну, я-то нажимаю на твой ник, у меня три опции. Посмотреть профиль, пригласить лобби и пригласить группу. Я тебя не вижу в онлайне. Перезайди в игру просто. Хорошо. Элдер тут? Должен быть. Хочу спросить, Элдер, он играл? Что, ну типа, что он хочет, вайпаут или... Да, ну решайте, короче. Мне кажется, надо вайпаут. Ну, посмотрим сейчас. Так, кто там у них? Рел самый мощный. I'm in. О, получилось? Угу. Четко. Куда я делся? Только что тут был. Оказывается, обновление какое-то было. А-а-а. Где Элдер? Вот вопрос самый важный. Наливает себе кофеек. Сейчас позвоню ему. Ну чё, Эл, ты что хочешь, вайпаут или Магафин? Алло, меня слышно? Да. О, всё, отлично, потому что у меня микрофон где-то... Вроде профи, да? Вроде профи, а ведёт себя как будто первый раз дискордом пользуется. Простите. Так. Элдер. Да. Ты играл уже в вайпаут? Ой, Магафин. Да, подожди, Магафин нет. Это как сакрифайс. Блин, вот это сейчас мне учить вас надо будет обоих. Все, ладно, короче, давайте Магафин, потому что по логике они сыграли два этих. Сункин или... Так, у меня Марина была первая, все, Марина. Все, давайте, good luck вам. Так, ну что, у нас теперь команда клубища, которая пока что 2-0 ведет у команды Лохотрон, играет против команды Трузы. У нас всего три команды. Играем мы Best of 5. Вайпаут и Магафин. Вот так вот. Три карты вайпаута и две карты Магафина. Всего вообще сейчас доступно 4 карты вайпаута и две карты Магафина. Но капитаны... проголосовали за одну карту вайпаута, которую мы убрали, и это Кристал. Тут у нас небольшое изменение в команде Труза. Изначально должен был участвовать Сапего, но он предпочел Call of Duty, дай боти клуб, поэтому его заменяет Elder Ru, величайший стример на goodgame.ru тоже. Ну что, какие ставки? Сможет ли команда Труза навязать борьбу пока что очень жесткой команде Клубича? Клубич, Чера и Рел, они одолели Лохотрона, Инза, и кто там у них третий? Лохотрон, Инз и Оман. Одолели они очень уверенно. 2 раза по 4-2. Нет, борьба, конечно, была, но все-таки... Пока рано делать выводы. Все рэди, кроме Элдер, Ру... Потому что Elder Ru, можно сказать, в мыле сейчас находится. Он в последний момент, попал на турнир. Возможно, не планировал он какого-то пота сегодня. И вот начинается Магафин. Первый за сегодня Магафин у нас.
Смотрим мы за Трузом. Макгаффин это такой как бы вариант сакрафайса. Немножко улучшенный. I will add this link, this spike after this game. So we don't have actually a bracket, we have only three teams group. Everyone plays with everyone. Данчес. Так, что у нас? 3-2-1. Забирает Макгаффин Трус. Но сразу его убивают. Кого Макгаффин? Макгаффин у Elder Ru. И ему нужно обязательно принести сейчас Макгаффин на базу. Вот что он и делает. Чир убивает Труза. Попытка хилинга от Данчеса. Не... Ой-ой-ой, что? Почти ставит Макгаффин. Нет? Что? Что? Непонятная ситуация. Элдер воевал как мог. Шесть очков набил Эл. Так, у Рэла квад и шотган. Виндикатор, прошу прощения. Так, по очереди все на джампад, пожалуйста. Врыв от Виндикатора. Ну как быстро... Трус минус 3 дал. Трус сейчас дал минус 3 просто. Так. У Элдера опять Макгаффин. Он главный Макгаффинщик в команде, судя по всему. Ставит на базу. Смотри, как быстро Рэл... Прошу прощения, Элдер понимает все, что к чему. И 20 очков для красных. Отличное начало. Не так-то все просто будет для команды клуба в этом матче. Когда в бой вступает Элдер Ру, главный носитель душ в Диаботикле, у команды клуба начинаются серьезные проблемы. Так, сейчас борьба за Макгаффин идет. Кто там воюет за Макгаффин, непонятно пока. 35 очков. 35 очков украс... А, нет, Макгаффин просто... Что с Макгаффином, ребята? Кто знает? Ага, Данчес пытался захватить. Голубые, оказывается, Макгаффин каким-то чудом принесли на базу. Просто за пару секунд. Вот что произошло. И сейчас Чера охраняет Макгаффин. Так, кто это у нас тут прибежал за Макгаффином, непонятно. Чера, хорошая позиция. Минус 2, Трулс, Элдер. Ага, а Данчес-то, смотрите, Данчес может ли забрать Макгаффин? Нет. Данчес убивает Релла, а тут дальше уже все-таки Чера с клубом защищались. Равный счет, 35-35. Чера покидает базу. И сейчас могут быть проблемы. Хотя нет, убивает каким-то чудом он Элдера. Данчес забирает его. Макгаффин забрали. Данчес, отличный момент от Данчеса. Сейчас Данчесу нужно принести Виндикатор на базу. Как легко он приносит его. Видимо, все сейчас за Виндикатор воюют. Так, Виндикатор у голубых. У Чера Виндикатор. Это квад, ребята. Это квад. У Чера сейчас квад. Обратите внимание, какие золотые у него пушки. Ой-ой-ой. Опрометчиво Чера прыгает с квадом, конечно. Но зато забирает Макгаффин. 46-56. Так, Чера сейчас и с квадом, и с Макгаффином. Ему просто нужно принести Макгаффина на базу. Непонятно. О-хо-хо, Трус ловит по таймингам. Трус, минус 2. Какой важный фраг от Труза. И Макгаффин не был принесен на базу. Теперь Трус пытается принести Макгаффин на базу свою. Хороший, красивый рокет джамп без фейла. Видимо, красный забирает сначала, да. Забирает сначала красный. И смотрите, как тимплейны отыгрывают красные. Все вместе бегают. Данчес, опа, минус 2, отлично, отлично для красных сейчас, и, хотя нет, клуб забрал двух на базе, видимо, дает инфу, что у клуба, практически клуб убивает и Труса, не хватило совсем чуть-чуть, 69-70, красивое число было сейчас только что у красных, защищает базу Трус, атака от голубых, так, Макгаффин сейчас несется, нет, что, протекты Макгаффин, надо убрать это вообще, так, это мешает и мне, и спектаторам. Данчес. Макгаффин уходит. Успел. Какой пас от Данчеса. Он уже понимает, что к чему в Макгаффине. Где Макгаффин? Непонятно. У кого Макгаффин? У Релла. Макгаффин упал. Опять красный Макгаффин поставили. Красный пока очень уверенно. Они с пылу жару с... Реллом в семейных трусах, который в последний момент просто в турнир попадает. И какое начало для них. Посмотрите, команда, которая
ну, практически была фаворитом уже в этом матче после такой удачной игры против команды Лохотрона. И сейчас практически первый раунд за красными. Нет, 99. Все-таки, нет, голубые так просто не отдают. Данчеса был хват, но Чиро его перестрелял. У кого Магафин? Клуб дает пас. Сейчас очень важно ставить Магафин. Да. Все, поставили Магафин, плюс есть еще несколько секунд квада. Ну как быстро умирает с квадом Чера? 60 очков. Все, забрали опять Магафин, ребята. Данчес с Магафином. Ой, что делает Данчес? Это... Он обманул Релла, вы видели. Он, Релл был в замешательстве. И... Что такое? Где Магафин? Я не понимаю, ребята, у Чера Магафин. Как это произошло? Где Магафин? У Данчеса же был Магафин. Что произошло, ребята? Данчес, судя по всему, Магафин куда-то выплюнул. И в результате синие набирают очки. Вот это борьба. До 100 очков идет матч. Точнее, раунд. Вроде два раунда всего. То есть до двух побед. До двух побед в раундах. Да, ну и голубые, смотрите, сейчас голубые перехватили. Но базу. Так. Все, забрали Магафин. Кто забрал Магафин? Ай-яй-яй, надо фоллоу Магафин поставить. Команду Элдер! Смотрите, что творит! В семейных трусах и бьется до последнего. Хороший пас от Данчеса. Опять перехват. Перехват от Черы. 87-99. Вот это борьба. Первая карта у нас Магафин. Все, забирает Чера. Чера поставил Магафин на базу. И неужели голубые все-таки камбэк будет? Данчес минус 2. Очень важный момент. Данчес овертайм. Данчес минус 2 забирает Магафин. Вот это фантастика. 99-99 и поворап за Данчесом. Ну-ка. Нужно просто поставить ему сейчас Магафин. Получится ли это? Забирает какую-то аптечку, полуаптечку, не знаю. И ставит Магафин. Элдер уже здесь. Голубые в шоке. Все, первый раунд Данчес, MVP первого раунда, 1-0 в пользу красных, фантастика. Турнир будет жаркий, чувствуется, что никто не будет уступать ни на каждом участке карты. Почему-то такие же хп, а нет, все, вот он, ресет раунда, первый раунд за красными, за командой Трулзи. Посмотрите, по дэмиджам вроде Клубич и Релл очень много надамажили, но... Ничто не помогает. Ой-ой-ой, минус 3. Вот это начало от красных. Голубые в шоке, просто в шоке. Клуб не знает, что делать. Он дает разные колы сейчас. Так, красный. Или что? Непонятно, почему Данчес покинул территорию. Чера минус 2. Магафин. Все, пошел отчет до Магафина. Вы слышите, 1, 2, 3. Женщина, приятный женский голос на английском языке говорит нам отчет. И Магафин за Клубичем. А Клубич известный раннер. Но тут Данчес принимает на минус 2. Минус 3 от Данчеса. Неизвестно, использован ли какой-либо дополнительный стимул у Данчеса сейчас. Так. Элдер. Так, ну что, голубые поставили? Нет, 4 все очка. Да, хотелось бы, конечно, команду, ребята, чтобы можно было сразу следить за тем, у кого Магафин. То есть переключение на Магафин. Ну, голубые поставили Магафин, у них 20 очков. Так, пока Магафин ни у кого не накапливается. Красные опять поставили Магафин. Поменялись с базами во втором раунде. Обратите внимание, что теперь эта база за красными. Значит, хорошая защита против Релла. Минус Чера. 36-30. Непонятная атака сейчас от этого колобочка. Это был Релл.
минус клубич. Хороший шафт Данчес демонстрирует. 50 очков тем временем. Для команды Труза. Обратите внимание. Да, голубые затишье перед бурей. Уху-ху! Данчес, какая защита от Данчеса. Но тут Чера его перестреливает. В клоус-комбате Чера показывает очень жесткий скилл. Наконец-то забирают голубые Магафин. Сможет ли унести с базы? Да, смотрите, втроем очень тимплейно, очень тимплейно. Еще и квад. Еще и квад. Квад у Релла. Магафин тоже у него. Но не хватает немножко Реллу, чтобы Магафин все-таки... Так, Элдер, Элдер. Семейные трусы, квад и шотган. Что получится из этой комбинации? Тем временем его тиммейты забирают Магафин. И отличный момент, 53-70. Сейчас очень важно поставить Магафин. Ой-ой-ой, какой перехват Магафина. Ну тут вся команда встречала через низ. Вся команда встречала через низ красных. Да, у нас и в первом раунде 99-99 было, да? И тут у нас получается очень ожесточенная борьба во втором. Синие все-таки... Ой-ой-ой, Данчес минус 2, очередные минус 2 от Данчеса. Падают Магафины. Как ни крути, с Магафином сейчас очень все тяжело. У кого Магафин? У Труза Магафин. Как он выходит по таймингу на Релла, ставит Магафин. Хороший Релл. Пошли, пошли, тикают, тикают часики. Для голубых все очень, очень плохо сейчас. Куда, куда они бегут, непонятно. Магафин на базе, почему никто не защищает базу? Очень агрессивная игра от Труза, 96 очков. Сейчас нужно просто защищаться красным. Зачем уходит? Овертайм. Что происходит? Я не понимаю, отдали базу красные? Как так? Что они... Они просто хотели отыграть от квада, Виндикатора? У кого Магафин? Ну, Виндикатор у Элдера. Минус клубич. Ой-ой-ой, ну просто... Ой-ой-ой, Релл! Прошу прощения, Элдер выносит просто всех своих магафинщиков и должен поставить сейчас. Овертайм, пошел, пошел овертайм. Нужно обязательно кому-то встать. Успевают? Релл с клубищем, да. Да, все-таки забирают. Какая борьба, ребята, 81-99. Вот это Диаботикл, самые высшие пробы. Клубич, 2 хп. Убили клубича. Сами знаете, кто замочили. Так. У кого Магафин? Ребята, пока что тяжело иногда разобраться, когда игроки даже аватары еще не поменяли толком. Все, голубые поставили Магафин. Неужели красные отдадут такой матч? Неужели красные отдадут такой матч? Они покинули базу. По непонятным причинам все вместе покинули базу. Магафин. Ой-ой-ой, клуб не подхватил Магафин. Ну-ка. Все, забирает клуб Магафин и пасует на базу. Хороший, хороший момент, но тут без вариантов Трус должен забрать Магафин. 99-99. Ребята, 99-опять. Оба раунда супер напряг. Все, Данчесу нужно отнести Магафин сейчас. Что за пас? Что? Что за пас сейчас? Недопонимание в команде Труза. Непонятно. Магафин опять выброшен. Красный лежит. Чера рейлит. Минус, минус Элдер. У кого Магафин? Магафин у клубища. Квад, квад тоже у его команды, у Релла. 99-99. Вот это напряг. Сейчас обязательно нужно ставить Магафин голубым. Данчес убивает. Так, минус Данчес. Все, ставит клубище Магафин. И, судя по всему, это 1-1. Ну, да, это 1-1. Фантастика. Вот это матч мы смотрим. Вот это Diabotical. Вот это колобки на самом высоком уровне.
Обратите внимание, по демиджу 5800 у Рэла, 5700 у Клубича. И всего лишь 7000 у Данчеса. Ну что, решающий раунд. Дальше забирает Рэла. Так, Магафин скоро появится, нам приятным голосом девушка об этом объявила уже. Вот, пошел отсчет до Магафина. Ну, врыв от Данчеса. И самый удачный рокет от него. Вот это борьба за Магафин. Магафин был у телепорта, он там до сих пор валяется. У кого Магафин? Магафин у Элдера. Ставит Элдер Магафин. Красиво отыгрывает Элдер. И пошел отсчет. Ребята, это супер матч. Я впервые вижу настолько жесткий Магафин матч в Diabotical. Команды просто бьются на каждом участке поля. Участки карты, прошу прощения. 20-0. Пока неплохое начало для красных. Элдер спрятался. Ждет атаку. Элдер уже все понимает по Магафину. Все-таки сказывается его супер большой опыт CTF-а. Тем более игры в дефе, поэтому, ну, для него это, знаете, как бы за 5 секунд он понимает, что к чему. Вот насчет Чера я не уверен, все-таки Чера в первую очередь дуэлянт. Сейчас многим дуэлянтам, квейк дуэлянтам придется учиться играть в командные моды. Потому что Джеймс Тугут уже объявил о том, что упор будет на командные моды в киберспорте. А следовательно, киберспорт это мани-мани. А мани-мани это то, что дуэлянты любят. Поэтому им нужно сейчас будет учить Магафин Вайпаут и какой-то новый мод, который никому не понравился. 35 очков у красных. Прошу прощения, никому не понравился, кроме Аластраза. Значит, 1-1, ребята. Кто берет раунд, берет карту. Это Марина. Марина эта карта называется? Я забыл. Кто знает, или Оля. Клуб минус 2. Нет, трус. 31 хп. Слабенько. Убивает себя плазмоганом. Как много раз трус убивал себя плазмоганом. Ведь это его любимое орудие. Данчес. Атака. 61? Уже 61 у красных. И Магафин убивает Данчес. Минус 2, минус Рейл, минус Чера. Поставил Магафин. 65. Чуть-чуть похилится. Посмотрим, что у нас. Красный берет трус. ...78 очков. Успели Магафин забрать. Магафин у Рэла. Магафин. Приносит он на базу. Наконец-то голубые начинают набирать очки. Все-таки 78 это уже серьезный отрыв для красных. Виндикатор у кого? Виндикатор у Данчеса. Это проблема для голубых. Данчес с Виндикатором это серьезная опасность. Врывается на базу. Данчес. Никого нету. Где? Где защита? Непонятно, как отыгрывает команда голубых. Все. Я думаю, что сейчас будет ставить Магафин. Магафин Данчес будет ставить. Смотрим. Да, поставил. Ждет атаку по правому флангу. Минус Чера. Минус Клубич. Куча фрагов от красных над голубыми. 90% уже Магафина у красных. Вот это номер. Ну, здесь Чера должен забирать Магафин. Хорошая атака сейчас от команды клуба. И 99% у красных. Всего лишь 25 у синих. Также известных, как голубые. Значит, у нас Магафин у Чера. Сейчас надо обязательно аккуратненько его поставить. Ой-ой-ой, и тут просто в пачу прилетает шотган от Трулзи. Нежданно-негаданно. И Трулзи сейчас должен ставить. И ставить жирную точку на первой карте. Никого нету. Нет, вот, прибежал. Кто это? Это Клубич. Еще одна атака. Отзащищается? Все, отзащищался. Я думаю, что это Габелла. Да. Все, победа. Победа на первой карте. Сенсационная, между прочим, победа от команды Труза. И вторая карта будет Сункин. На Марине побеждает Труз. Два ноль, между прочим.
MacGuffin. Вторая карта Сумкин. Надо ее чуть-чуть, наверное, подучить Релу. Элдеру. В спектаторах находятся величайшие игроки отечественного квейка Инс Омен с SP. Омен был занят. И Омен через троечку, видимо, тоже. Все-таки Epic Launcher, сами понимаете. Fortnite. Главное, что не был занят Трулзи. Самое важное сейчас. Да, удивляет сегодня Трулз и его команда. Вот так вот сходу они начинают. Пока что вармап, вармап. Начинаем наблюдать за Черой. Рыбу убивает Элдера. Ну, размен фрагов вначале это не так принципиально. Как тут Трус зажал Черу. И пошел отчет Магафина. У Труза Магафин. Запинывает он его на хайграунд. Хороший мув от него. Кто подберет Магафин? Все, к сожалению, не сработало. Не сработало. У клубища Магафин воспользовался он хитростью Трулза и ставит Магафин на базу. Голубые начинают очень серьезно на второй карте. На Сункине. Виндикатор забирает Чира. Есть у него шафт. Магафин зато забирает у его команды. И сейчас Чере нужно просто... Ой-ой-ой, как Рэл подставляет Черу. С джампадом есть здесь вопросы. Всего 42 хп остается. Атака, атака хорошая от Черы. 12-12. У него Магафин. И сейчас они вместе с Рэлом и клубищем... Ой-ой-ой, какая встреча, дамы и господа. Но Рэл подхватил и квад, и Магафин. Квад закончился. Также известный как Виндикатор. Элдер минус 2. Хорошая защита от Элдера. Так, Элдер пронесет, я так понимаю, Магафин на базу. Какая большая аптечка для Элдера. Непонятно, почему пишет Enemy Base. Видимо, потому что я спектатор. Ой-ой-ой. Какой момент от Элдера! Он отзащищался и в результате еще несколько очков в копилку красных. Здесь уже Трулс не сможет совладать с Черой. Он подбирает Магафин. И по хайграунду. Немножко тянет время. Ставит. Раскидал всех Чера. Тут 35-33. Ну, в принципе, равное начало на второй карте. Ой-ой-ой, Рел. Комбо-киллы тут раздает на кваде. Двойное преимущество голубых, между прочим, тем временем. Что-то красные расслабились явно. Да и квад у клубища. Сейчас он в защите встает. Уже забрал Элдера.
Попытка забрать на халяву МакГаффин неудачно. И тут, тут очень уверенно пока что все для голубых складывается. Ну, судя по всему, нет, все-таки урвали МакГаффин. Танчес урвал МакГаффин. Слышит он эти звуки машингана. 40-94. Ну, будет борьба и на второй карте. 100%. На первой у нас был просто супер матч. Все раунды были 99-99, то есть это, ну, прям такой топовый уровень МакГаффина был. Рел, атака удачная. И сейчас, если Рел забирает МакГаффин, приносит его на базу удачно, я думаю, что это будет один... Ну, понятно, здесь Элдер встречает. Все-таки опыт CTF не пропьешь. Ставит обратно на базу МакГаффин. Элдер, смотрим. И защищается, сейчас защищается. Атака один в один. Не очень организованные атаки на второй карте у команды клуба. Минус Рубич. Да, сейчас подстраховал сейчас. И все, Чера должен забирать с клубом сейчас МакГаффин. 94-93 тем временем. Опять напряг, опять пот. А Виндикатор-то кто будет забирать? Вот в чем вопрос. Клубище МакГаффин, он ставит его на базу. Так, ребята, овертайм пошел, никого нету. Красные по таймингам, они предпочли Виндикатор. Ой-ой-ой, какая ошибка от команды Труза. Фантастика. 1-0 в пользу команды клуба. Все-таки есть такое, знаете, вот поверие у игроков Diabotical сейчас еще в начале, что квад важнее всего. И в результате сыграл злую шутку с ними сейчас этот квад с команды Труза. Вместо того, чтобы бороться за МакГаффин, за чужую базу, они предпочли квад. И в результате 1-0 в пользу команды клуба. Напомню, что на первой карте 2-0 команда Труза одолела команду клубища. Все, появляется МакГаффин. Пошла заруба за МакГаффин. Данчес не участвует. У кого МакГаффин? Убили МакГаффин. Чера подхватывает МакГаффин, ставит на базу. Все, пошли. Пошел отчет для голубых. Размен фрагами. Неужели будет 2-0 на 2-0? Ну, это будет, конечно, фантастика. Данчес забирает МакГаффин. И квад тут как тут. Ничего себе. Непонятная ситуация опять с МакГаффинами. Какие-то перекидки совершенно ненужные. В результате Рел наубивал тут красных. МакГаффин-то у нас у кого? МакГаффин у Черы. Вместе с квадом. Ракету ловит красивейшую от Данчеса. Данчес сейчас убивает минус 2. Забирает МакГаффин. У него все еще есть квад. Но тут не самый лучший маршрут он выбирает. На самом деле. Удачно поменял и ставит. Все. Пошел отчет для красных. Пока красный аккуратненько охраняет базу. Неизвестно, конечно, что будет дальше. Сейчас давайте пробежимся по статистике. 3500 у Рэла дэмэдж, 3500 у Данчеза. Они дэмэдж дилер монстерс в своих командах. Рэл минус 2, Трус сейчас 1, сейчас нет. Подходит уже Данчес и Элдер. Все, какая защита от красных. Все втроем на базе. Очень дисциплинированно играют красные. Надо им сейчас брать этот раунд. И будет третий финальный тогда. Но Чера минус 2.
Такой врыв от Черы. Подхватывает и Магафин. Борьба за пауэрап. Очень удачно сейчас все складывается для голубых. Я думаю, поставят они Магафин. Это что такое? Ускорение от клубища? Неожиданно. Рел с квадом. Отсчет для голубых. Трузу сейчас надо атаковать. Что они не делают с Элдером. Кто это там? Это Рел, Мансит. Просто как боженька. Ну все, отобрали наконец-то Магафин, Элдер и его сотоварищи. Непонятно, почему Элдер выбрал такой путь с джампадом. В результате клубич забирает двоих на базе. Все, полный вынос красных. Магафин у Релла. Будет он хитрить, судя по всему. Да, синие сейчас очень хорошо защищались. И сейчас будет равный счет. Напомню, что если синие сейчас выиграют, то это будет 1-1 по картам. Ну дальше уже в бой вступает Лохотрон и его банда. Вместе с Оманом и Инзом. Отличная защита от Релла. Что по статистике? 4500 от Релла дэмэдж. Виндикатор. Последний Виндикатор. И Дачес у нас с Магафином. Ну что, если берут красные... Пошла борьба. Успевает на Виндикатор. Между прочим, Дачес подстраховать... Реллу нужно... прошу прощения, Элдеру. Просто нужно сейчас отзащищаться на базе. 99, ребята. Это 1-1. Мы увидим третий раунд. Фантастика. Вот это матч. 4900 у Данчеса, 4800 у Релла. По дэмэджу они лидеры в команде. Интересное решение от Элдера. Ну, это супер заруба пока что сегодня. Просто нежданно-негаданно команда Труза навязывает нереальную борьбу команде клуба. Я думаю, что имеет смысл послушать для разнообразия также TeamSpeak команды. Омегу заберу. Блин, я не успела убить его. Вот это анлакич просто сейчас был. Это... Я думаю, сейчас красный будет скоро. Квад сейчас будет, вот что будет. Блин, квад. Окей, гоу квад. Слабые, слабые. И потом сразу красный идите. Да, я иду на красный. Да, ну его нету. Значит, забрали прям. Пойдем, надо пушить, надо пушить. У меня квад. Я с мега иду на квад сейчас. Давай, я на базе. Взял? Ага. Хорошо. Погнали. Не обязательно его убивать, я с тобой, все нормально. Еще один раз похватит. Подрейлил наш. У нас есть клубыч на базе прям стоит, сейчас заберет. Бля. Через низ пошел, через хэви. Да-да-да, через хэви. Мега 31. Фу, нет. Каждые две минуты. Я забрал. Я с тобой. Я наверху. Не забывайте кидать эту фигню друг другу. Там
Есть, Данч, не спеши, ты один, не спеши. Главное, что поставил. Я тебя выжил. У них на респе жду. Убил. И забираю. Ставил. Декатор. Я пойду, а вы останетесь. Ну, или да, может. Квад лоу, квад лоу. Ну как сказать. Только он кричит. Там просто несколько. Блядь, на базе убили, забирают. Забрали вроде. Нет, не забрали. Чё, дефали? Не забрали. Убил его. Все. Погнали, я с тобой. Иду. У меня еще квад. Я левый. Чё, блин, это дурак. Ладно, извини. Да, на один. Хорош. Красный 15. Шаф прилил. Ой, меня убили. Хорошо, я ставим. Я с тобой. Шизрейл ком. Да, трое, но все слабые. Сейчас заберу. Хэви, через хэви пошли. Красный 15, красный 15, я стою. Ты куда? Я просто аптечку набрал. А, идем, да. Шел, конечно, не там, ну ладно, там можно прямо на респу было. Да не туда, да не туда, трое. Артур. Трое на базе, ребят, да? Хорошо. Да, мы слышим. Я первый прыгну, пойду попробую рейл дать. Залетайте, вы где? Сейчас я красный заберу. Все, красный. Одного убил на респе. Хорош, Артур. Все, минус все. У меня супер стек. Просто папская тема, ёпта рассета. Блин, мне бы еще не путать. У нас такая мини-сенсация, никто не ожидал. После такой уверенной первой игры от команды клуба, они проигрывают 2-0. Команде по картам, команде Трулза. Первая была 2-0, вторая у нас была Марина 2-1. Теперь у нас играет Инс Оман против Илохатрон против Трулза. Wellspring.
Так, у нас следующий матч — это Лохотрон. Команда Лохотрона, которая пока что проигрывает 2-0 по картам команде клуба. Именно вайпаут. Она будет играть против команды Труза, который Труз выиграл 2-0 по картам пока что. Напоминаем, что у нас best of 5 у команды клуба. Но это был не вайпаут, это был МакГаффин. То есть все может быть очень запутано. Но в конечном итоге мы все равно поймем, кто у нас победитель первого драфт-турнира. У нас есть команда Лохотрона, команда Труса, команда клуба. Карта у нас Wellspring. Сегодня еще ее ни разу не было. Ой-ой-ой, какое место находит Оман сейчас? Пытается скинуть он соперника. Ой-ой-ой, что происходит? Вот это Элдер мутит темы. Кстати, Оман не реди. Все, have fun. Have fun. Начинаем мы первую карту Труза против Лохотрона. Смотрим за Трузом. Капитан команды. Иначе с Элдером. У Элдера уже там... У Элдера уже нету хп. Оман его просто сразу убивает. Оман минус 2 делает. Труз бежит. Нет, решил защищаться здесь в комнате. Опять все нормально. 3 в 3. Окей, жамба Трузи. Ой-ой-ой, Трус-то один сейчас, 10 секунд должен держаться. Один в три, Трус. 7 секунд. Найдут ли его голубые? Ой-ой-ой, находят. Каким-то чудом Трус выживает. Убивает Лохотрона попутно. Успевает вернуться Дончизор. Пошли гранатки. Ух, какой плей от Данчеса. Минус 2 и первый раунд за красными. Да, команда Труза-то. Оказывается, вот что может показывать. Пушит Оман и Данчес. Сразу минус. Хороший шафт от Данчеса. Также минус Лохотрон. Какое им Данчес демонстрирует. Лохотрон тоже дает минус 2. Товарищ Элдер. 71 хп. Похилится, похилится. Обязательно. Двойной хил. Тут какой-то навязчивый Лохотрон с кучей глаз на его лапке протаковал. 19 секунд Лохотрону. У-у-у, ребята. Оман один. В течение 14 секунд против троих. У Омана проблемы. Конкретные проблемы у Омана. Он потерян. 28, 22 хп. 2-0 в пользу красных. Очень жестко отыгрывает команда Труза на нашем турнире. Давайте посмотрим, что будет делать Оман сейчас. Надо как-то выравнивать игру клубым. Команде Лохотрона. В принципе, неплохие ракеты демонстрирует Оман. Попытка подрейлить, неудачно. Минус Элдер. Трус тоже отвечает фрагом. 3 в 3 сейчас ситуация. Затишье, затишье перед бурей.
Так, 17 секунд вдвоем, синие. Ух! Все, Оман один. Что делать? Непонятно, он атакует троих. Но успел зареспиться, зареспиться Инс. Инсу сейчас надо ждать время. Все, 3 в 3 сейчас. И у голубых преимущество. Потому что у красных у всех нету хп, нету арморов. Сейчас надо просто голубым скооперироваться. О, не получается. Нет, получается, все нормально. Все получается. Элдер один. Нет, уже Элдер втроем. Видите, как все быстро в начале. В начале все очень быстро. Сейчас 30 секунд голубым быть двоим. И всего лишь 10 красным. Через дымы Дан сейчас дает директы. Матчпоинт. 3-0. Красные просто разрывают. Разрывают голубых. Фантастика. Уже будет 4-0 разгром. Очень много дымов. Защищался как мог тут Данчес. Элдер. Продержался, все нормально. Данчес вернулся. 3 в 2. Ух, какие ракеты от Элдера. И Данчес забирает Инза. Все, сейчас ситуация очень плохая для Лохотрона. Ему нужно 12 секунд против троих держаться. Его уже нашли, я думаю, что его уже пометили. Хотя бы 4 секунды, чтобы появился тиммейт. Все получается у Лохотрона, все нормально. 24 секунды вдвоем находится сейчас команда Лохотрона. Какая ситуация у Инза? Хороший предикт рокет. И победа 4-0, фантастика. Никто этого не ждал, но вот так вот. Вот так вот Трус просто врывается в... врывается в наш турнир. Так. Следующий Фернанс. 4-0, фантастика. Фернанс. Просто разговоры. Трэш-ток такой. Классический. Эта карта самая классная. Она мне наоборот не нравится. А вот мне Кристал не нравится. На топе. Я на топе с вами. Я пошел туда, на синюю, потому что там рейлит. Я буду рейлить оттуда, хорошо? Вы особо не пушите? В топке залетело. Ой. Эхильс. Есть на топе один. На топе, дай. Все, ок, все.
на мне один. Подрейлил один раз. Два раза убил, все. Внизу? Я убил уже. На топе. Я пойду умру специально. Все. Двое там. Топ, Артур. Попал. Еще попал. Оставь, 2 секунды, поддержи. Хорошо, атакуй. Нормально, дальше. Я сейчас приду на подмогу. Еще один. Хорош. А что это за звук? Идите на топ, я здесь буду рейдить. И плазмить. Я упал. Рейдить и плазмить. Я гранату покидаю. Пошли дальше, все пушить. Минус 200. Где он? Да где я? Надо убивать их. Один лоу. Где? На топе, на топе. Двое топ. Двое топ. Мы вас спустились, хотим с ногтями. Сотка зашла. Блин, кто меня из своих сбросил? Я хилюсь. Топ один. Ой-ой-ой. Один внизу. У меня 10 секунд. Топ. Он ушел на синюю, синий ушел. Похилите, у вас есть? Они кто-то? Внизу. Артур. Где? На бэке. Ты один, Элдер, прячься. 10 секунд. В подвалах спрячься, 5 секунд. Да, вот так вот стой и принимай. Хорошо. Все нормально. Ты умрешь, но не зря. Хорошо. Минус инс. На синем, Артур. Ага, хорошо. Я пойду пушить. Я с тобой. Давай похилимся. Нет, надо атаковать. Да у нас двое, куда атаковать? Ладно, у тебя хп нету. Хп нету, атаковать, Артурчик. Ну ладно, ну что, ну как бы аркадный я человек. Не могу остановиться, понимаешь? Не могу остановиться. Там еще 10 секунд есть, можно сейчас попробовать его поджать. Подрелил один раз, вот. Хорошо. Он упал ко мне. Я с тобой дальше. Хорош, успели. Че и успели убить, вообще хорош. Че, топ? Топ, да. Сотка залетела. Две. Че, сотку дал банку? Последний. Он один. А, нет, ты последний. Я пока похилюсь. Да, блядь, серьезно? Я добил. И одного подрейлил еще. Ага, понял. Разминались. Да? Одна секунда мне. Не, атакуй нормально. Чувствую себя вольготно. Двое лоу, один внизу. На синий оба. Как Бургово Данчес говорит. На синий, да? Да. Лечь. Ой, они оба лоу, кстати. Я атакую, бля. Минус хорош, один, разменялся. Убейте его. Можешь пушить. Пуши. Я резнулся. Может шопган? Может шап? Я с тобой, Данчес, я сейчас снизу иду, сзади тебя.
Ой, меня со спины душит. Хорошо. Лечись, лечись, опять. Ой, понял. Хорошо, получилось. Хорош, хорош. Погнали. В топе трое, все трое на топе. Я иду тут все не ложились. Я упал. Подрелил одно. Ясно. Не подставляемся, не подставляемся. 40 секунд я резать буду. Хорошо. Сейчас надо будет пушить Элда. Давай куда отойдем, херово. Давай на синюю пойдем. Здесь есть. Атакуем, атакуем его. Он один. Нормально, нормально. 15 секунд, у вас мало хп. Ладно, уходим. У обоих мало. 10 секунд. Он сейчас обойдет. Все, я сейчас резнусь. Давайте я хилку тебе кину. Давай, давай. Тут, туда вот. Да, да. Синим один. Бля. Да что такое? Меня три раза подрейдили, четыре. Ну это ГГ. Убегай сразу, Элдер. Просто прячься, тебе нужно продержаться 20 секунд. Уходи, они тебя знают, где ты. Да, просто кругами бегай так. Телепорт зайди, да. Угу. И снова подвал, потому что они услышали тебя в телепорте. Я слышу. Красиво. Секунд. Тяжелый был раунд. Да, но... я просто не убегал нормально на самом деле. Да ты только ты просто пушил. Мне двое. Да, ё-ма. Один лоу, короче. Ну, один. Я умер. У тебя внизу, Артур. Ага. Сейчас меня пушить будут. Похилиться. Я с тобой. Он не один уже. Похилишься, похилите. Ой, меня убили, забейте, забейте. Ой, хорош. Убегайте, 10 секунд. Ой, Артур вообще хорош. Есть еще один. Данчес. Ой. Ну, бля, ну там двое точно лоу, я не знаю. Жди меня, Элдер. Я сейчас приду к тебе и... И вместе уже... Да. Все, все, погнали. Он один. Хорош. Давайте топ, что ли. Не, я на синюю пойду. А, на синюю с тобой. А, ну хорошо. Пойдем, пойдем. Ой, один на топе. Да-да-да, ты один. Ой-ой-ой. Я хилить сейчас буду. Нет, не буду.
Они слабые, на самом деле. Ну, один слабый, точнее. Подрельно одного. Да, блядь, ну сколько релить можно? Погнали! Релил его тоже. На топе один. Хорошо. Давай хилиться. Идем хилиться. Ага. 15 секунд, ну... Но... Подвала, подвала. А-а-а! 5 секунд. Блин. За стенку зацепился. Так, пацаны, не расслабляемся. Надо двигать и все, тогда расслабимся. Я не на топе. Я тоже. Там одни, если что. Андер один. Ой, я кого-то убил, гранат. Подрельну вот этого. Хорош, молодцы. На топе. Ну, идем ко мне, сюда бросай. Они нас спалили, мне кажется. Двое топ, а теперь второй этаж. Второй этаж. Хорошо. Я тоже. Ладно. Мы по одному начинаем. Надо вместе как. Двое лоу на топе. Там релит. Один лоу. Погнали? Давайтесь. Есть еще один. Синий, да? Снизу, снизу. И здесь, на хвосте у нас. Убил он. Еще один. Один лоу. Минус. Еще один. Слушай, 8 секунд, у него мало. Он в подвале. Падаю в подвал. Perfect. Есть. Хорош. Ху-ху-ху. Да. Приятно. Вообще все выиграли. Пока что. Да, вообще просто разнос. Так, ну мы, я так понял, мы перерыв? Ну, я догадал. Да. Я бы... У вас перерыв, сейчас... да, перерыв. У вас. Огонь. Угу. Покушать-то... Блин, Дань, сейчас подключи наушники в следующий раз, пожалуйста. Не надо пацанов. Enemy MacGuffin. Enemy MacGuffin. Enemy MacGuffin. Enemy MacGuffin.
Team MacGuffin. Team MacGuffin. Ну, у вас игра с клубом сейчас. Здесь. Вот тут, да? Вот тут? Да. Окей. А что он сказал, клуб? Ну, попросил написать, когда уже все вот, ну, вот все закончится. Все. Только его ждем. Ну, после этих игр. Че? Я говорю, после того, как сыграют оппоненты. Так они быстро сыграли, ты же видел. Очень. Ну да. Так он не сказал, сам насколько он отошел или что? Нет, не сказал.
MacGuffin. Enemy MacGuffin. Team 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 MacGuffin. Enemy MacGuffin. Enemy MacGuffin. Team MacGuffin. Где он? Да заходил в лобби, сейчас узнаю. Лохотрон, твой друг хрен в носках. А? Твой друг, говорю, хрен в носках, он на сервак заходил сейчас. Не знаю таких. Ну чувак зашел под ником хрен в носках в катку. Я его кикнул. Не, мы таких не знаем, просто вот зашел. Понял. А как челика зовут? Хрен в носках. Хрен в носках. Таких у нас не имеется. Короче, вам, если вы проиграли, то клубу вы проиграли, вы поняли, да? У вас сейчас 2-0 клуб ведет. То есть вам надо выиграть. А, ну у нас да. Типа два МакГаффина же, правильно? Одной команде. Ну, типа нам один, но вот сейчас мы проигрываем и все. Нет, ну не, ну как бы не все, потому что непонятно, может еще быть. Еще там... другой команде МакГаффин, по-моему, играем. Да, да, все правильно. Ну просто если вы проиграли сейчас любую карту клубу, вы проиграли именно клубу, понятно, да?
У вас игра на Марине, Сункине и Велспринге. Это если вы выиграете 3. Все, понял. У них сильная команда. Вот такое вот. Черос, да, вернулся. Все, давайте сейчас я. Чера, ты потом заходишь? Я просто вынесла. Ты заходишь? Алло. Да, 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 да. Давай, я тебя я жду. Полон сил. Отлично. Обновление. Как отключить оружие на колесико мыши, чтобы, потому что у меня оно переключается на колесо. А, все, вижу. У тебя еще Logitech G Pro? Да. У меня тоже самая проблема, да? Типа, ты не касаешься, а он переключает. Не, ну сейчас я все настроил вроде. Ну, это известная проблема, баг этих мышек на скролле появляется со временем, вот эта проблема. Дикая. Ну, у меня пока, меня обходит стороной. Я просто, я могу не касаться, а он мне будет этот, если мне на скролле что-то забенчит, то он будет этот, периодически нажимать этот скролл, да, типа... Понял. Да, у меня было такое на старой мышке. О, ничего себе. Ого. Стартует. Марина. Какие песни вы знаете про Марину? Ток. Марина, Марина, Марина. Марина первый продать купить. Ну все, выиграем тогда 3 карты вряд ли. Let's go, ready. Так тут рейл или арбалет, я не могу понять. Тут и тут другой есть. А, все, вижу, да. Арбалет с одной стороны, рейл с другой. Enemy MacGuffin. Файн, да. Так, они красные забрали, стопудово. И рейлган. Жопа. Идем на магэк. Сверху двое. Один остался. Ходит на Магафи. Забрал. На свою базу поставили уже. Ого. Индикейтор. Забираю. Резко садите на индикейтор. Заберете Магафи? Блин, меня убили на индикаторе. Я убил его. Лежит там. Забирай, же. Забирай, забирай. Да. Забрали? Что там происходит? А, на красном. Взяли. Индикатор на красном. Ну, атаковать надо. Ну, он красный стоит, какая-нибудь. Надо одновременно заходить, пытаться. Выкидывайте сразу. Я подхожу, их рейли издалека, атакую.
Зачем выпил сразу? Я опаздывал. Лоб. Давай, давай, давай. Мир полежит. Так выходит. По центру. Ретро-ретро. 94. Индикейтор, индикейтор. Я не знаю, где. Забрал, забрал, забрал. Все. Все со мной, на базу идите. Они у меня тут. А где Магафин? Ну на базе у нас, я уже поставил. А, понял. Нормально. Все окей, не парься. Дефин просто. Надо бы итему пособирать. Сейчас... Главное рейл не давать им красного, а то он сейчас будет подходить. Сверху иду, бываю. Центр заходит на базу. Помощь! Где же вы? Хорошо. Сверху. Трое на базе. Пошел. Не, не, через мигу, через мигу. Через мигу уходит, через шафт. Где-то. Смотрите. Дальше уже пробежал. О, ГГ. В смысле... А, нет, подождите. П очень мало, через низ пойдем. А, можешь мне кинуть? Миндикейтор, идите. Идите сейчас на миндикейтор. На миндикаторе стоят. Да. Я ушел, но вы попробуйте забрать. Да. Я все, я буду прятаться. Пока индикатор минус индикатор. Убил? Минус индикатор 2. Все, иду туда на базу. Блин. Да, дом. Что происходит? Защищать арку. Индикатор на базе. Убил его. Все. Хорошо. 99, да? Охуеть. Ладно, гоу, наверное, сейчас next round. Дай-ка мы забрать. На медика... на магазине. Забирал. Сзади, сзади. Хорош, я на базу иду. Давай, 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 с тобой двое бегут. Ага, ну я ставлю уже. У меня их много. Как вы? Да убил. Наш. Виндикейтор надо на виндикатор идти. Забиваем пока на. У вас сколько? Меня убили, виндикатор забирайте. Возьму. Там. А, или. Ага, все. Тихонько уходите на базу. Красный на месте, я заберу. Помощь, помощь, помощь! Мисс 5 дал Магафину. Уходит через красный, где-то. Или через центр, либо красный. Центр, значит.
Идем. Кам наверх кидай сразу. Блин. Чилик. Взял? Не-не, yeah. Там чилик с шафтом вышел. Надо отъеться немножко и отковать. Блин. Так, разрейливают. Я через красный буду уходить. Зачем ты на красном? Не знать больше, где он. На индикатор идите. Да, здесь там есть. Тут двое, трое уже. Каленые. Через красный пошел. Подраилил, он красный был. Два раза. Битый, короче, на красном идет. Через центр. Через красный, через низ. Через рейлган, короче, по низу. Втроем идут. Здесь. Я думал, ты забираешь это тут. А, блядь, надо атаковать. Идет. Как они поставили, я не понял вообще. Побежал, он поставил. Можно наверх. Наверх, наверх кину. Не иди. Не-не-не, надо, не надо наверх. Все. Хожу через мигу. За мной погоня. Блин. Миду. Как ты понимаешь? Да ёб твою медь, они, блядь, отовсюду что ли нахуй везут? У нас на базе почти уже был. Индикейтор. На индикейтор. Магафин на индикейторе. На Релгане. Где наша база? Не-не, то есть. Смотри, она тебя отмечена, тимбейс. Двое с мида. Ну помогите дома. Иду. У нас двое там есть. Помогайте, помогайте, ребята. Еще идут. Хуй знает, он пошел. Лево, блять, или право. Я вообще не понимаю эту карту пока. Первый раз тут играю, ребят, сори. Вот озера. А, все, понял, пожалуйста. Меня встречает, да? 70, да. Что на базе у нас? Ну,
надо убить. Хорош. Ну, блин, я первый раз играл, ребят, вообще не понимаю, что... Я понимаю. Да, я тоже. Просто пока на вармапе карты немного подвешены. Она маленькая такая и... Так, по идее мы значит здесь играем, на этой карте. Так, а здесь у нас получается... Ой, блин, эта карта такая, побольше. Так, у нас здесь... Так, ТП. А, все понял, значит я иду в ТП. Enemy MacGuffin. А вот и дверь. Там есть на Магафине. Кипс красный. Так, а вот enemy base. Под красный, да? Через красный прошли. Сейчас все, все. А бежит, бежит, бежит. Через верх. С наверх выкидывай ко мне. Ничего себе. О, индикатор. Индикатор, давайте на индикатор. Ну, это ровно, ровно будет. Пора, пора, вот здесь, по-моему, здесь. О, ну чахнусь. Сейчас забрал. Поехали. Индикатор, индикатор. А где индикатор? У меня индикатор. А, я на базу поставил. Хорошо. Нормально. Если вот эту точку удобно держать, мне кажется. А дропать можно оружие здесь? Нет. Один здесь. Блять, у меня есть хп полная жопа. Они сейчас отъедаться будут, он как-то, конечно. На базе есть. Ага. Сразу. Раскидывают. Очень мало, да. Шаф будет, походу, раскидывать. Значит, поставь. Бежать. Ты отмечен на бейс. Нахуй челик. Можешь мне дропнуть. Я кинул. Бля, он схватил ее. Через шахту ходит. Вниз. Идем. А, вижу Магафин, заберу. Сейчас к тебе двое прибегут. У них на базе уже. Там крыс с рейлом, блядь, стоит.
Миникейтер идем. Забить пока на магазин. Беру и... перейдем. Как он меня убил? Я уже за стенкой был. Пиздец, этот шар за стенкой. Это просто какой-то момент. Ну, блин, какая-то на базе у них. Втроем они сидят. Забирайте какие-то итемы большие и пойдем атаковать. Мегу забираю. Мегу, красный. Сейчас красный. Я квад. Красный забрал. У меня есть подрейлер, да. Хорошие респауны у меня, только надо вместе с ними атаковать. Где база? Там вон. Ко мне бегаем. Все. Да, у нас на базе. Не торопитесь так на базу. Лучше вниз, когда особенно мало хп, чтобы не перехватывали. Дождитесь лучше. Команда. Надо затагать базу. Так, я пока немного не разобрался, но сейчас я выучу карту. Так, красный. А, вот. А как он забрал? Это я кинул ему. На красный, да, ушел. Не атакуй сейчас, иди на виникейтер. Попробую их отвлечь. Изменяться. Только виндикатор забирайте. А где виндикатор? Там же не МакГаффин. То у них виндикатор или у нас? Не знаю, я против двоих пиздился. Я жду тогда, пока он кончится. У них. На мне он. Угу. На Хейке. На шафте. Индикатор на шафте. Я ушел. Я разменялся там. Заберите. Так, как здесь наверх-то подняться? Блядь, здесь из этой ямы я вообще не подняться никак наверх. По бортику можно. О, блядь, ну и этот. Ну и точка. Так, надо бежать. А, это мы летим. Выбирайте. Двое на базе. Как он? Еще не подошел, блядь. Остался у нас ключ на базе там. Забирает. Ну что, давай принимать тогда их тут. Куда? Не уходи, их не снизу. Да-да-да. Идет, сверху идет справа. Что за бред? Могу забираю. О, это рельса. Сейчас МакГаффин скоро будет. Давайте к нему собираться. Виндикатор. Ну. Они рейлят, ну это пизда. Вниз падайте как-то. Я не могу найти этот индикатор.
Вот здесь, пометил. На и забрали. А нет, не надо было попасть. Дурачки с одним хп. Блять, так, где тут база-то? А, вот, все. Иду. Ну там виндикатор у них стоит. Да-да-да. Да нет, я... Дело у меня... Что не сделаем уже. Хорошо будет. Надо прыгать. Все, ГГ. Парни, вы тут? Элдер. Кирилл, Элдер. Так, ну раз ли здесь есть, оказывается, мега, значит, я можно. Просто ну, я в предыдущей карте. Здесь меня... красный рейл, конечно, в приоритете, там, потому что красный рейл рокет все в одном месте. Так, а рельса где, где здесь? А, под красным. А, подожди. Там и надо контролить. Чего они там телятся? И все на месте вроде.
Так, под красным. А, вот красный здесь. Так, это базука, значит. Да, мы два раза их обыграли. Ребята, вот уже скинул стопера, я просто на минутку отошел. Минутку? Да, да, ты че, дядя? Ну, на... Видимо, ты там гидроизоляцию клал какую-нибудь. Не, ну, я там... Ну, ладно, две. Ну, три минуты. Ну, три минуты, ну, хорошо. Поехали. Да, нужно еще раз бомбануть, короче. Тушил. А мы, по-моему... А, мегу я забрал, 37. Хэви 27. Ага. Я иду. Блин. Я умер тоже. Я не видел, куда он. 37 мега будет, я заберу. Красный. А нигде? Давай. А, пойдем. Я через сверху. Бьешь? Ага. На топе. Добил. Я забираю, идем квад. Втроем. Давай. Пеем? Не успеем, блин. Ну ладно. А-а-а! Я скинул наверх, наверх. Где хэви? О, Элдер тоже умер. Ёпта, я не понял. Сейчас мегу заберу. Обратно. Мега 40. 51 мега. Он как-то низом пошел, да? А у нас же поставили они. Ага, вижу. На базе, он битый. Угу. Он очень битый. Будь здоров. Будь здоров. Там оба лоу они. Оба. Один мир. Давай, давай. Берете, да? Один к вам стопа идет, ребят. Погнали. Стопа, стопа. Мы низом. Проходи, проходи. Я тебя прикрою. Все нормально. Я иду с вами. Да, да, ты просто беги. А, блин, понял. Все нормально. Я наверх. Я с тобой. Ой-ой-ой, а вот здесь пойду. Да, все, все. Нормально, мы вот это расконтролим. Один на мне. Двое. Элдер, возвращайся как можно. Блин. Один лоу. Я не увидел, откуда они пошли. Низом, по-моему. Через красный. Да. Через красный? Возвращается. Нет, он стоит там. Короче, низом через... Короче, идем к ним на базу просто. Ну, можно. Да. Я пока красный заберу, перейду на базу. Красный 400. Все троём лоу, там по 10 хп. Хорошо, я сейчас убью. Серьёзно, все лоу. Нет? Ага. Я за тобой иду. Так, пу, сейчас пацаны, пу, сейчас будет. Подрейлил. Два раза. Наверх просто. Меня повараб. Повараб взял. Не надо. Вы несете, да? Да.
Ой, перехватывает тебя, Артур, аккуратнее, уже у тебя. Я уже донес. Я складом, все норм. Ой, мне ебан. Сейчас. Да, хорошо. Еще один там. Все норм, все норм. Хэви там. Он лоу. Очень мало там у него. Секрет, секрет. Да, мало. Идет, по-моему, боком. А, где он просто на базу? Мне кажется, когда... Он очень мало, кстати. Атакует? Да, да, да. Очень мало на топе. Сори. На топе, да, там, ну там еще один. Теперь точно мало. Я да. Пушу через вверх. Блин, там уже 80. Ничего страшного. 24 ред. Забираю. Иду через ред. Хорошо, красный стоит, лежит. Ну я возьму, наверное. 4 хп, я тебя скину сейчас, да, Артур. Ага. Блядь. Нормально. Блядь, ну ладно, вот это. Нет. Убил его. Будет ставить. Идет, у тебя на хвосте рейлер. Двое там. Все, я поставил. Не попал. Ага. Стоит на риск у нас прям. Да, ну сейчас возьмут. Ну идем на сразу на энеми в таких ситуациях и все. И не паримся. Уже мне кажется. На повороте лоу, кстати. Повора в 2 хп. Да? А, взяли, взяли уже. Там 2 хп у чела этого с поворотом. Реально. Я пойду подрелить, попробую. На базе уже, Магат. Если я с тобой. Ребята. Ёпта, 98. Не-не-не, еще не все. Нормально. Артур, я через рейл. Все, угнали, я тебя прикрываю. Просто иди, я сквадом. 8 рейд. Кинул этого. Блядь, они скинули. Он слабый. Все. Не это. Они заставить. Так. Еще один остался. Наверх скинул. Хорошо, наверх смотрю. Бежим, Артур. А, хэви? Хэви дождемся? Не-не-не. Да-да-да, сейчас будет. Блядь, меня убили, там где хэви? Все хэви тоже бежит. Дал хэви, 55. Снизу есть, дальше. Да-да. Бля, я вообще ничего не попал. Они через мегу идут. Мега. Да желтый забрать здесь. Да они на базу уже. Ой-ой-ой, сейчас поставят. Не-не, я там. Там слабый сейчас только придет, только придет. Забрал. Ух, ёпта. Забрал. Данчес, данчес. Беги! Это мы с тобой махинацию сделали. Я возьму мегу сейчас. 58 мегу. Взяли. Иду через мегу опять. Через низ меги. Ой, вверх. Через вверх? Где-то. А, погоди, на базу просто энеми. Да, я иду. Подрейлил, который замет. Да. Ладно, встречаем. Нет! Я бегу, ребят. Нартурчик, ты. Нартурчик, забирай, давай. Сверху. Я обманываю, я обманываю. Хорош, красава. Разговор. Иди через другую сторону.
Иди через другую сторону. Не, я это пойду. Молодцы. Че добавил? 9 минут будет поворот. Стрелю твоего. Через бок идет. Давайте. Хорош. Вот это камбэк. Вот это камбэк, я понимаю. Да. Обманули. Хорош. ЛТП, ну пацан. На красный. Я всех убил. Хэви, да, лежит. Да. Есть тут уже. Ладно. Я возьму. Они слабые, можно, короче, атаковать. А, не сруб. Ёпка, сверху есть. Хорошо. Сверху, Артур. Они два слабых, придите, пожалуйста. Прям на слабых. Клад. Нет, я на клад. Хорошо. Взял квад? А сейчас ред будет. Под рядом. Ой, красава, спасибо. Пушечка. Ред свой, 33. У меня пол. Defend base иду. Толпа нужна. Иду, иду. Потерпите чуть-чуть, я сейчас приду у меня. Давай, 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 давай. Есть снизу. Ага. Лоу на топе. Да. Ёпта. Выбирает. Нет еще? Не видел. Хорош, выйду. Вы нашли, да? Они. Да, уже видел. Унес или нет? Унес. Ну короче, считаю, что унес. Что такое? Так, рэп 2. Они слабые вроде. Погнали дальше. Я через мегу. Погнали. Убегай, убегай, я пока буду. Трое за тобой бегут, Элдер, попробуй их встретить. Просто... А он упал, нормально, нормально, все, прошел. Он респил у нас. Двое. Сейчас я красный возьму и пью. Давай, давай. Красный 47. Как идут, есть инфа? Да. Нет. Ноль инфа. Уже на базе. Ага, хорошо. Сейчас я приду к ним. Сейчас пу. У меня есть стек, Элдер, есть что может. Ага. Так, ой, красный 47, кстати. Гоу-пу. Я лучше поставлю. Я лучше поставлю. Да, идем, идем ставить. Все, а я с Кириллом на пост там. Давай, давай, так есть. Я ты взял. Ну, сейчас заберут меня. Он берет хэви. С хэви двое будут. Кого пиздить? Макгаффин у меня. Кого куда? Куда тип... А к Данчу сидел. Тип с Макгаффином. Там был. Мега СВСР. А, они поставили. Пойдем тебя, они поставили. Не атакуем. Все, идем. Убил его, все, можешь заходить. Нет, сори, меня там сзади убили. Но он слабый. Не успел поставить. Сейчас убьют, кстати. Да, меня убили. Красный 37. Атаковать. Двое с окон.
вот такую. Через мегу. Угу. Сейчас появится, я буду ждать. В 7 будет вроде бы. Да-да-да, я от их отвлек, можешь идти спокойно. Еще на базе. Красный сейчас будет. Я иду на красный. Красный я заберу. Ага. Ой, у нас там на свет. Нормально, нормально. Все, я иду на квад. Давайте. Давайте квад. Они я забрали. Квад. А, забрали уже? Да. Бой на базе. Ой. Блин. Они через мегу идут. Хорошо. Через мегу. Я хэви заберу. Хэви 44. Он на базе. Не вижу квад, подрейлил квад. Ой, на бай. На там все, все, можно пушить. Два хп. На респе у них стоит. Я хэви забираю и иду к вам опять. Хэви один. Иду с вами. Так. Дайте мне, я заберу, у меня фул. У меня... Давай. Танч, только не спеши, ты как-то... Значит, найдите вперед, Танч. Да, давай. Хотя бы одного пусти. Трое. Пошли, блин. Вопрос. Ты иди. Я тебе помогу просто. Пошли? Ну, пошли. Все, забей, я иду. Да блин, они обратно решили. Нормально, нормально, они слабые. Ой, как повезло. Нормально все. 45 ред. Не успеют все. Что-то изяло как-то, не? Андрюха не пишет. Понимаю, понимаю. Так, и чё, у нас еще одна катка с этими мурашками. Да, из клуба чем еще. Из клуба чем еще. Enemy MacGuffin. Enemy MacGuffin. Enemy MacGuffin. Ой. Furnace. Вайпаут. Furnace. С Рейлом че. Жрать, кстати, нечего. А мне понаготовили. Я кайфую. У меня есть жрачки, я могу только макароны там и тушенку, короче. Жестко. Я так. Неделю. Блин, давайте только не про жрачку, пацаны. Ага. Да это не я, это клубочка. Я просто. Давай. Им, да. Ча, подожди, чай. Я знаю. Блин, черт, не перебиваю его, но не слышно же и так. Одну карту нам надо. Им. Им, все, понял. Все, понял, понял. Нам три. Ну что, приятного сосания. Да, блин, да охуенный расстройка. Там стреляет только Дань сейчас, блядь. Да я знаю, Дань, других, но... перестреляй и все, а потом он вдвоем закроет. Он хуже здесь играет, алло. Он здесь хуже играет. Ну тогда, а чё это вас понимаешь, что про сосание, зачем ты рассказал? Ну просто... Настроился уже, да? У меня нормально настроен. Не заебал. Вчера ты готов?
Где этот пупсик? Пупсик. Пупсик, мэн. Team MacGuffin. Enemy MacGuffin. Они чуть этим не проиграли, кстати, если его не видели. Инзу с Омином. Ну, раунд, что ли? Так, они так, раунд так. максимум могли, да, выиграть. Ну, сами проебались. Какая разница? Факт в том, что, ну, не такие... Могли. Данчезы. Данчезы? Какой у него скин? Надо запомнить просто и пиздить его, если он один. А, такой злой глаз, не знаю. Ну, вот этот белый глаз, блядь. Реально кушать хочется. Let's go. На топ, на топ. На топ. Не тормози чера, блядь. Охуенно. Вот там дальше. Каленый. Я вас. Я сдох, кстати. Хорош, минус, да, сейчас. Двое. Минус второй. А ёпта. Реленый один. Тилку он подальше поставил. Тут двое у меня. Ходи, ходи. У меня солдер. Дальше с реленый. Там двое. Ну, да, сейчас. Он один. Один-два, блядь. Чера. Он снизу, у Чера. А чё молчит, блядь, тогда? Чера. Да хуй знает. Клубыч сказал, что он у меня. Я появился, бегу. Двое в подвале. 20 секунд тебе, блядь, жить 10. Лучше... Не уверен, это иди, блядь, за портал. Сука. 2 секунды, пиздец. Я уже почти резнулся. Поверил в себя, что Данча за этого перестреляешь? Я откуда знал, кто там был? Можно было догадаться. Трое вниз упали, все трое вниз упали. Не стреляйте, okay. Это дым, блядь. Живи. Лоу. Внизу лоу. Кинул. Один лоу и уже резнулся. Их трое уже. Блять. Отходите, отходите. Больно. О, попал на гранату, у него 101. Я отошел. Залетаю с другой стороны, кстати. Лечится. Вот там вот. Мне надо будет сдыхать сейчас. У меня здесь здание. Я ухожу. Да, я сдох, у меня 5 секунд. А нет, 20 секунд. 2-3 сейчас. Поживите, блядь, как. Ой, бля. Прячься, дама. Хуя. Давай здесь. Вот этот не ТП. Да, один пока. Один остался, последний. Уже двоих. Кинул тебя. Возможно, так не надо играть, я еще не уверен. Залетают на топ. Рейлин его там. Били одного. Блять, он снизу. Кончился. И кончился шафт. Пиздец.
Малой собрался, блядь, заебал. Данжес минус? Минус 2. У меня последний. Блядь. Оба там. Залетаю, залетаю. Бегу тоже. Убил Данжеса. Добить? А, блядь. Трое тут. Ой, как стянул-то. На нахуй. Нормально стянул. Но мы все равно проиграем все еще. Я знаю, знаю. Нам ни одного раунда нельзя проиграть. Пушит, пушит, пушит. Данчес один рейл. Хорош. Могу хилку кинуть. Здесь чел. В подвале Данчес. Под тобой, блядь. Бля. Ну, плюс бэкрейл, охуенно. Все, все, да, наигрались? Да, ну все. Если хотите обычный пикап, то регайтесь. Я хавать пойду. Ну конечно, конечно, Элдер же вообще силен. Как третий. Вот как бы с Опегой, наверное, было бы равные игры, а с Элдером вообще без шансов. Спасибо. Спасибо. Спасибо за драфт, спасибо. Да, кстати говоря.